Урок окончен. Надо уметь смириться с поражением. Никогда. Когда твои традиции под угрозой... Если китайские власти решат объявить боевые искусства вне закона, все наши традиции будут утеряны. Когда в твоей стране воцаряется хаос, когда все боятся с этим бороться... Господин, мы уже заплатили за ваше покровительство. Только он сможет спасти свой народ. Я слышал, вы готовите отряды, чтобы свергнуть правительство. Джет Ли, Юэнь Бяо. В культовом боевике Цуи Харка «Однажды в Китае».